Добрый день, друзья. Ни за что не догадаетесь, где я сейчас. Я вот в такой дождь нахожусь на рыбалке. Оп, поймала что-то не то. Стоим с Машей на рыбалке по-прежнему. Дождь поменьше стал. Пока ни одна щука у нас не клюнула. Ни окунь, ни карась. Только водоросли. Только водоросли клюют с лопухами. Так, Машенька тянет что-то. А ничего не тяну. Походу за цветок. А, нет, повезло. Так, попробую вот сюда поближе. Да. Вот к этому цветочку. Маша стоит, закинула удочку. Ловит. Тут у нас есть укрытие такое. Мы с собой взяли летний зонтик. Под ним прячемся. Вот моя удочка лежит. Сейчас Маша сюда прибежит, а я пойду свою закидывать. Все окей, Маш? А? Поймала? Нет, но я иду к тебе. Я на... Вот Маша что поймала. Целый окунь, да. Мой карась. У меня пока ничего. Сейчас буду вытаскивать, смотреть, что там у нас пока. С червяком. Ловим рыбку. Не знаю, что получится. Был дождь, сейчас солнышко. Пока ничего не клюет. Сейчас поймаем водоросли. Опа, ничего не поймали. Так, распутаем и забросим снова. Сейчас. Так. Вот какое солнышко хорошее. А так был дождик, да, Маш? Вот там ты снимай бережок. Да, напуталась. Так. Ну что, Маш, снимаем королевский заброс. Опа-на! Всем привет! Пока-пока! Посмотрите, Маша у нас поймала рыбку. Какая она молодец. А я еще пока ничего не поймала. Маша, молодец, поздравляю. Как рыбка называется? А я не знаю, наверное, малек какой. Ты рада? Да. Ну, конечно, рада. Мы потом коту отдадим. Ну, хорошо, все, да? Маша у нас поймала вторую рыбку. А бабушка опять ничего. Ну давай, Маша, продолжай. Вот Маша поймала. Какую Маша по счету? Третью рыбку. Молодец. Пока ты меня обгоняешь. Ловим дальше. Ага. Покажи рыбку. Тоже мелкая. Ну ничего. Итак, дальше. Вернулись мы с рыбалки. Маша у нас поймала 3 рыбинки маленькие. 4. 4, да? Да. Вот, подожди. Вот такие рыбинки, которые мы отдадим коту. Маша, я тебя поздравляю. Спасибо. С уловом. Всем пока. Рыбалка удачная. Всем пока. Да.